В Сургутском районе обнаружили тела еще трех человек, которые входили в состав пропавшей на реке Малый Юган группы оленеводов. Таким образом, найдены тела всей семьи, которая переправлялась на лодке на стойбище 8 августа. До места назначения она не добралась. Ранее обнаружили тела четырех человек, двое из них – дети. Поиски длились несколько дней, водолазы обыскивали дно, спасатели работали на берегу. Им помогали волонтеры и местные жители из числа коренного населения. В операции были задействованы и беспилотники. Все семь человек утонули, обстоятельства и причины случившегося устанавливают.